Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» проводится спасателями-пожарными для того, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации с участием детей и обучить ребят безопасным правилам поведения. В рамках мероприятия работники МЧС ездят по детским оздоровительным лагерям и проводят профилактическую работу. Их основная задача – сделать отдых подрастающего поколения максимально безопасным. Цель здесь несколько позиций преследует. Первое. Мы должны убедиться, как обслуживающий персонал освоил азы безопасности, как их правильные действия будут при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации и как администрация будет проводить соответствующие предупредительные мероприятия. Вторая позиция – это, конечно, состояние этих объектов. Мы проводили мониторинги, проверки. В основном подготовились все хорошо, оценка хорошая, но эту оценку нужно поддерживать. То есть, чтобы всегда в блоке памяти у персонала был вопрос – безопасность должна быть на первом месте. И, конечно, позиция третья – это наши дети. Это сам процесс совершенствования обучения основ безопасности жизнедеятельности. Любой человек все-таки какие-то основные азы именно этой профессии должен иметь. Вовремя принять какое-то верное, единственное, правильное решение. При принятии этого решения он должен иметь какую-то базу, которую он где-то впитывает в школе, в таких лагерях, где в игровой форме ему доводят, рассказывают о том, как он правильно должен себя вести, как он должен подсказать взрослым, как, если ситуация произошла, он четко должен действовать. Работа, проводимая сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, плановая, рассчитана на 10 дней. В первую очередь спасатели-пожарные выехали в оздоровительный центр «Орленок» и санаторий «Надея» Жабинковского района. Все мероприятия проходили в форме игровых шоу. У школьников имелась возможность примерить настоящую боевую одежду спасателей и увидеть мастер-класс по тушению пожара. В завершении показательного выступления ребят ожидало водное шоу, которое вызвало у них особый восторг. Я считаю, что это очень полезно узнать, например, как одевать пожарную форму, как вести себя, если начался пожар, всякие правила. Это очень интересно. Я приехала в этот лагерь, чтобы оздоровиться, найти новых друзей. Все вот эти мероприятия, которые были сегодня, были очень увлекательные. За последние 10 лет проведения профилактических рейдов пожаров по причине детской шалости с огнем стало в 3 раза меньше. Статистика говорит, что подобные мероприятия на самом деле помогают снизить количество чрезвычайных ситуаций. Обрезки спасателей, которые проводят акцию «Каникулы без дыма и огня», идут по правильному пути.